Уже 80 лет как «Бурятмяспром» уверенно следует по тропе успеха. Бренд «Бурятии» известен своей высококачественной продукцией. Вот и сейчас только самые лакомые новинки. Среди них новая линейка премиум-класса «Готовый ужин». Все в лучших традициях. Это различные мясные консервы, которые мы хотели бы предложить нашим покупателям во время обеда, на время ужина. Продукт, который достаточно только разогреть и сварить к нему гарнир. Хотелось бы отметить, что мы использовали все виды сырья. Свинина по-китайски, говядина по-французски, мясной фарш в томатном соусе и в сливочном соусе с грибами. 5 минут и готово. О суматохе на кухне теперь можно забыть. К слову, представлены консервы только в фирменных магазинах «Бурятмяспрома». Появились новые консервы, чихангбили по-грузински. Представляете, как это мясная паста. Это же вообще, пальчики оближешь, одним словом. Успехом на производстве помогают не только трудолюбие и профессионализм сотрудников. Активная социальная жизнь – вот он, секрет фирмы. Ежегодная спартакиада – тому пример. Мы вообще стараемся раз в 2 месяца проводить какое-нибудь мероприятие. Для нас это очень важно. Вот именно общение, именно такая вот спортивная борьба, какой-то дух там соперничества. Хоть он, конечно, и присутствует на площадке, но это все равно такое дружное мероприятие. Как на спортивной площадке, так и на производстве «Бурятмяспром» всегда идет только к победам. Ксения Шабаева, Оксана Тантоева, Жаргал Цариндашиев, Евгений Павлов. Новости дня.